Всем доброго времени суток, дорогие друзья, меня зовут Александр, и мы с вами продолжаем играть в Lives of P. А именно сегодня у нас с вами важная задача, так сказать. Нам нужно сегодня взять сокровище из какой-то шахты, как я понял. Я не помню, она, по-моему, вообще, кстати, наверх, а не вниз, нет? Нет, погоди, или вниз? Тут я не был, по-моему. Так, ну ладно. Потихонечку присаживайся. Заваривай себе вкусный чаячок и... Блять, быстрее, быстрее. И приятного тебе просмотра. Тише, горилла. Ебать, его атаки-то у него мощные. В смысле? Фласок нету, бля! А, нет, есть, это не те. Фласки-то... Ёб ты мать! Вот это подстава, хотя там сундук есть. Действительно сокровище? Ох, подстава, подстав. Либо тебя кристалл убивает, который вызывает поломку, либо же тебя убивает вот это существо некое. Даже не знаю, что... И хуже будет. Тише. Где она меня увидела? Где они боятся чего-то? Слышь, иди сюда. Иди сюда. Давай. Опа, не угадал. Ебать, зато он угадал. Ой, блядь. Я упал. Нет, я все-таки эту бабу убью. О, у меня есть тактика. Гениальная причем. Жаль, я потерял все свои души. Там было, по-моему, немножечко у нас. Но все же это души. Смотри, берем руку. Меняем ее на руку вот эту. Ща будем в снайпера играть. Опа. Не угадала. Так, второй. Сюда, сразу же, давай. Так, в кого лучше стрелять? Кристалл, чтоб мне, наверное, не мешал, да? А я сейчас не улечу ли назад? Чё за отдача? Блядь, так я сейчас упаду так. Все хорошо. Три выстрела, все, нет руки. Что за гон? Бля, ебать, ты какой красивый, а? Можно тебя взять на превьюху? Смотри на него, а? Ща моего. Так, что мы можем сделать? Во-первых, использовать катализатор, да? Чуть-чуть восстановить себе энергию. Во-вторых, мы можем... Что у нас есть из снаряги? Это у нас туша, скорее всего. Восстановление УЗ. Ну, не знаю, давай лучше я возьму что-нибудь на выучку. Да, не. На выносливость, конечно же. Что-нибудь с выносливостью связано. Кольца. А, мы же все продали. Ну, правильно. Так. Этот меч будет посильнее, наверное, пока что. Да. Поэтому возьмем его и... Так, теперь давай по расходным материалам. Так как это туша. Можно так-то использовать кислоту, в принципе. И драться с ним на территории с кислотой. Ебать. Не попал. Попал. Да ебать, ты может остановишься? Хорошо. Вот этот мегаблок прям. Все запарировали. Уклоняться было никакого смысла. Типа мы можем его на парирование поймать. Так, ну и что это за клад? Клинок.
А клинок-то это у нас чё? А, нихуя себе клинок. Ебать себе клинок, да? Внушительно. Но на клинок он не особо тянет. Типа, слишком большой для клинка-то. Клинок это вроде как, ну, маленький кинжальчик. Хотя нет, кинжальчик это кинжальчик. Ой. Вы чё, придурки? Да хоть вы все лезете, да? Так, сейчас еще упадут. Нет, все? Это что за ловушка? Ой. Поломка. Хорошо. Ну, сойдет. Ой, чуть не упал. Не увидел, что конец моста. Так, ну пошли дальше. Тут мы точно не были. А, мне явилось откровение голубой бабочки. Она просила освободить ее из тюрьмы этого времени. Фея так далеко, фея так горько плачет. Стрелки часов кружат и кружат, чтобы открыть судьбу мальчика. Бля, ну не... Ну почему ты-то тут? Просто постреляй по нему и все. Тише. Давай, давай, давай. Ой, пробил! Ой, блядь, сейчас так убьешь ведь, а? Ой, закончилось. Проблемка. Ой, что это сейчас было? Что-то не понял. На. Да хорош, блядь, я же увернулся. Я же отбежал от тебя. Хорошо. Возможно, такой конец даже будет лучше. Ой, пластинку дали. Бери от жизни все, пока можешь. Спасибо. Если это сокровище, за которым я сюда якобы шел, то это такое себе. А, нет. Я оставляю здесь послание бабочки. Помни, ты живой человек. Пора сбросить нити куклы. А, кукловода. Так, ну что это? Если это не легендарный клинок, тогда я не знаю. Серьезно, я за эту хуйню сюда пришел. Фигня. Я ожидал чего-то прям большего, а по факту. Может, это обманка, ну типа. Может, все-таки есть где-то сокровище, просто мы его не увидели. Так, вода какая-то странная, точно не знаю. Когда это началось, но мои кровь и слезы тоже стали голубыми. А, ну да, мои. Я думаю, что-то не то с текстом. Так, тут ничего нет. Так, сверху вижу, что-то лежит. Ну это хуй так какая-то.
очередная. И чё? И нахер ты меня скидывала? А, нахер я опять спрыгнул. Ну ладно. Я не знаю, зачем я бегу, когда я могу просто вернуться через часы. Типа так же будет быстрее. А, использовать. Ну и пошли по. Ай, нам ж в крат. Точняк. Но нам бы надо так-то еще из вокзала взять ключ где-то, открыть дверь. Не знаю, давай сегодня, может, просто побегаем, посмотрим вообще, что есть. Можем так-то выполнять эти задания, но не знаю вообще, чем они нам помогут. Это было где-то на 8-м, да? Нет, на 7-м. Где было-то? На... Вот тут, да, где-то было? Вот тут. Или тут? Или... Да, брошенная квартира, точно. Пошли в брошенную квартиру, а потом уже в крат. Посмотрим на этого монстра еще разок. Он нам даст пиздюлей и уже уйдем отсюда, да? Как-то действительно так оно и будет. По-моему, этот вид туда было. Да нифига не тут. Нет. Ни хрена, надо вокзал искать. Где вокзал-то у нас? Вот, центральный вокзал, да, сюда, значит. Я думал, с третьего чекпоинта, и мы там спускались через дом, мы вроде выходили вниз, спускались и уже шли. Блять, серьезно? Стартовая точка, что ли, выходит? Да, на платформе выходит. Надо искать этот ключ. Он нам очень необходим. Ну, по крайней мере, для меня, потому что я хочу разгадать эту головоломку, которую нам пытаются вдолбить в течение всей игры. Первую руку можно сменить, наверное. Или давай ставим, постреляемся, возможно... Она не такая уж и плохая, я ее, может, недооцениваю, эту руку. Вон эта хрень, пошли к ней потихонечку. А, к ней выход-то вот с другой стороны. А, эти взрываются, точняк. А, тут нету выхода. Ой, это сейчас взорвется. Хорошо, отошли. Вот тут, что ли, спуск был к ней? Нет? Нет, дальше. Значит, сюда. А ты кто? А мы тебя не видели. А он нас видел. Так, тут марионетки. Вот марионетки, это очень плохо. Ой, блядь, зажали, ёб твою мать. А, уйди, жирный туш. Пиздец, меч большой. Дожил. Погоди, это не то место, что ли? Или то? По-моему, это не то место. Пиздец. Ой-ой-ой, как они больно бьют-то. Да что это за хрень-то бьет меня?
Че у меня за ранжа? Это не то место. А где я? Как я к этой херне-то попадал? Через верх, что ли? От, он бежит! Герой. Через этого, что ли, с здоровяком мы проходили? Тоже здоровяк. Да дай пройду, мне надо на разведку сначала сходить. А, да, вот. По-моему, нет? Нет, вот, да. О, идет. По крайней мере, пробежать, посмотреть, что там. По прямой бегу, я бегу. Ой. Так, тут мы от нее убежали. Это я помню. Ебать ты живучий. Ой, ты так умеешь. Прикол. Ебать у тебя урона. Ладно, я понял, тут ключа нет. Пошли в крат. Потеряли, да, время с тобой? Много времени с тобой, на самом деле, потеряли. Может, проще посмотреть в интернете, где валяются ключи? Или попытаемся его еще разок убить? Давай еще разок, ладно. Это была одна попытка, типа, хотя бы две сделать. По крайней мере, у нас сейчас будут хотя бы фласки, мы теперь понимаем, куда бежать. Сюда, хорошо. С этим здоровяком что-то надо бы сделать. Желательно урона от него не получать. Блять, все равно получила. Ну ладно, это порча, типа, она скидывается. Мы можем так-то его расстрелять. Пострелять по этой. Да, стой, замри. Видишь меня? Вау! Ой, ты закопался? Чем ты закопался? Ой, вот это больная так была. И это. И это. Может ему по кристаллам бить? Ой. Хорошо. Коронную-то сделай ему, ёб твою мать! Ебать, он что затопчет? Да умри, ёбаный ты в рот! Амулет марионетки убийцы, вау! Чё даёт? Звучит офигенно. Наносимый людям. А, это против типа мини-босса. Блин. Ну слушай, это не зря мы с тобой зашли. Это офигенно. Ну ключа мы, правда, не нашли. А где ключ-то в итоге?
Старгейзер отеля. Поехали в отель. В принципе, мы все, что хотели, тут сделали. Теперь мы против марионеток, против людей и против туш. Прям вообще. Можем им всем наносить офигенный урон. Это очень хорошо. Так, а нам к Аделии, по-моему. А где она? Надо искать пианино. Где пианино? Там секретный проход. А где пианино? Там сад. Ой, а мы тут не были. Удачи каждому постояльцу. Отдыха каждому путешественнику. Счастья каждому другу. Спасибо. А, тут типа просто зал тренировок, я понял. Хорошо. А, кстати, у нас новая пластинка. Давай посмотрим, что за музыка хоть. А как она называлась? По-моему, вот этот. А, нет, вот это новая. Вот она. Если что, вырубим. Чисто для отеля. Хорошо. Так, где пианино? А, вот оно. Вот, сразу же оркестр подключился. А я думал, я сам буду играть. Они дают мне такой возможности. Ну ладно, погнали. Что такое? Какой не работает? А, вот, работает. Что, кстати, там? 22 минутки. 22 минуты, в принципе, мы позанимались фигней. Но, в принципе, это того стоило. Мы собрали... Сокровище бесполезное. Мантия у кота вообще бесполезная. Если бы эта мантия хотя бы давала какие-то статы, а так она ни хрена не дает. И мы с тобой забрали амулет. Амулет, между прочим, офигенный. Был бы он с самого начала игры, было бы вообще офигенно. Во, еще нужный камень. Такого. Кто бы мог подумать, что все это окажется под отелем? Какого? Это что? Реликвия Трисмегиста? Очень странное чувство. Кажется, будто я здесь уже бывал. Быть может, память все же вернулась ко мне не до конца? Точно не знаю, что происходит, но отсюда кого-то утащили. Погоню! Поторопись. Хорошо, потороплюсь. А я под землей, но вижу бабочку. Я теряю разум. Или вижу дива. Из другого мира. Чуть-чуть подольше бы этот. Оставались субтитры эти. Ну, текст. Было бы хорошо. Так, где бабка-то? Бабка! Ау! Вот. Две бабки! Не уйдешь! А может третья тоже будет? Ох. И третью тащи сюда. Что-то бабочек надо... Может это место, где спавнятся все бабочки? Усиленный химический активатор. Погоди, а это что такое? Тайничок? Ты кто? Ты марионетка. Ебать, подъебка! Ты что делаешь? Ой, ой. Очень. Да хорош, сколько ловушек ты можешь делать? Да хорош! Сука, три! Три в одном месте!
Шутите, вы прикалываетесь. Три ловушки. Блять. Три. Одна, вторая и третья. И на все мы попали. Кто вообще ставит ловушки? Три штуки в одном месте. Что это за бред? Зачем это делать? Блять, не понимаю. Пойдем еще раз, блять, туда. Так, первый. А еще активируется. Ой, так их еще можно активировать. Так, вот она клавиша, на нее не нажимаем. Под ноги, короче, все время смотрим. Вот, а еще одна клавиша. Хорошо. Блять, делают ловушку. Ой. Просто очень темно, и этих ловушек, этих кнопок в основном не видно. Так, ну ладно, в принципе, что-то мы взяли тут, хотя и не сверх что-то такое прям офигенное. Погнали дальше. Ёпта мать. Как тебе такое? Ой, так он, блядь, меня сейчас ёбнет. Офицер! О, ебать, у тебя урона, хорош, офицер. Ой, ты промазал. Офицер. Промазал. Попал. Ай-яй-яй, я первее. Ой. Пиздец, топора нету больше. Прощай. Амулет железности. Ищу. Чё так амулеты-то летят, а? Амулет железной стены. А это о чём? Увеличивает сокращение физического урона. Не понял. Не, нихуя не понял. Ладно, погнали дальше. Но амулетами нас сегодня кормят прям здраво. Не ловушка, нет? То вдруг я сейчас открою там, блядь, я не знаю, потолок упадет. Так, ну и ударная. Ну, быстрое достаточно. Но оно слабенькое, по-моему. Оно быстрое, но оно слабенькое. Блин, надо было этого здоровяка затащить на ловушке. Точняк. Ой, да ладно. Кратя день опять счастливый. Где же ты был? Где же был ты, друг мой милый? Не люблю я эти стихи. Хочешь побольше узнать про людей? Мои загадки помогут тебе. Угадать будет трудно.
Но сомнений нет, что спасает твою жизнь правильный ответ. И если же ты ошибаешься, с опасностью грозной столкнешься. А, если ошибешься, ты с опасностью грозной столкнешься. Я понял. Внимательно слушай ту речь короля, иначе ответ улизнет от тебя. Что нельзя использовать, пока не сломаешь? Что нельзя использовать, пока не сломаешь? Использовать? Использовать? Стекло? Как интересно. Век придумывай самый неправильный ответ. Лучше не придумаешь. Но зато позволяет понять, что происходит у тебя в голове. Блять, точно, яйцо! Ой, сука, ой, тупой! Стекло для тебя существует только если оно разбито, то есть стекло, из которого можно сделать оружие, такое же оружие, как и ты. Блять, сука! О, в какие серьезные дерби мы забрались. Сам бы я ответил так, человек. Кровь и насилие вот что облагораживает и совершенствует людей. Ой, блядь, не подумал. А время, оно очень... А не пора ли сломать тебя, друг мой, и открыть в тебе человечность? Или ты думаешь, что сможешь победить меня? Это просто безумие. Чего? Погоди, дай еще разок. Дай, блядь, да с какой я опасностью столкнусь? Ёб ты мать, если это опасность... Ну нихуёво так. От ты сука! Ща, погоди. Я, блядь, вернусь к тебе. Блин, я спрыгнул, телефон зазвонил. Ща, погоди, ща. Ща, я отвечу, яйцо. Точно, яйцо, яичницу же. Как-то надо готовить. Маля, а отсюда что ли? А чё, поближе точки не было? Погнали. Блять, ну я тупой. Боже. Как я до этого не допёр? Я подумал, я выбирал ответ, который, в принципе, ну, очень тупой, потому что загадки очень странные, как по мне. Так, погнали еще раз. Во-во-во-во-во, ща. Словами восторг мне мой не передать от этих попыток существовать. Очень хорошо, еще одна загадка, чтобы немного облегчить свои страдания. Посмотрим на кончики пальцев холодной женщины на всемирной выставке. Посмотри на кончики пальцев холодной женщины на всемирной выставке. Это где? Смотри внимательно, иначе рискуешь не заметить. Что, блядь? Посмотри на кончики пальцев холодной женщины на всемирной выставке. Погоди, может он еще раз зазвонит? А, я... Зачем я телепортировался? Тут был проход. Ой, не добил. Ты что, попасть вилами уже не можешь? Прикол. А я отсюда не до... Ой, блядь, я упал. Ой, много. Хорошо. А у меня есть еще? А у меня есть еще? А у меня есть еще? Эти капсулы... Конечно, есть. Сейчас, погоди, я наберу их. Зачем рисковать, тратить что-то? У меня их 34 штуки, куда их девать-то?
А почему они это стреляют с замедленным действием? Ой, это что за хрень? Не знаю, какая-то собака. А не много ли у тебя щупалец? Хорошо. Падай, спи спокойно. Я облегчил его страдания. А если бы я ответил правильно, как бы мне это помогло? Типа этого босса бы не было или что? Патрон Легиона. Еще сверху тут что-то лежит, но я не знаю, как туда попасть. Типа я до тут не допрыгну, наверное, скорее всего. Вот он. А, вот оно, ебать как. Ух ты ж, сука! То вы так быстро не попадаете, то летите. Блять, ловушки, сука, ловушки. Сука, забыл про кнопки пройти. Опа. Офигеть, у меня хп улетели. От одной лишь ловушки. Мне босса столько сразу же не сносит, как ловушки. Хотя нет. А мастерица иллюзий мне прям вообще все хп с одним проказ снесла. Так, это вот так. А я не допрыгнул. Либо я сейчас потеряю всю хп, либо я допрыгнул. Знаешь, как обычно это бывает, ты видишь какую-то вещь, понимаешь, что до нее не так просто добраться, ты ее забираешь, а потом понимаешь, что там, короче, полная фигня. Ну, блядь. В принципе, я так примерно не ожидал, что какая-нибудь фигня будет. Ладно, погнали дальше. Нам сюда. Да не, да не, да не, да ну пиздец. У меня фласок нету, алло. И босс, ну конечно. А, я уже понял, кто это. Конечно. С возвращением, ребята! Мы так с вами давно не виделись. Ебать, у него меч новый. Прими свою участь. Смерть пришла за тобой. Блять, вы прикалываетесь? Погоди, я разберусь. Пробил. Добивай его сначала. Блять, всю броню сломал. Да ебать, конечно, давайте пилить меня. Сучары. Ah!
Бля, мы так-то нормальные мысли сли. Но я уверен, наконец-то старший братец похвалит меня. Ну понятно, да, он, конечно, тоже еще живой. И он, скорее всего, находится в этом гробу после того, как мы разберемся с этими тремя. А появится третьих брата. Так, ну это люди. Это люди, а соответственно мы знаем, что нам надо брать. Это не туши. Это люди. А против людей у нас... Вот, вот есть самый охуенный талисман. Так, есть еще... После успешной атаки. В смысле успешная атака? У меня все атаки успешны. После успешного идеального блока. Ну тут лучше... А, заменить невозможно. Ну да, я сейчас заменю. Сменить руку, во-первых. И это можно взять, конечно же, наш щит. Почему нет? Точильный камень на огонь. Давай огонь оставим. Так, все, поехали брать нашу всю великую мощь. Наши великие большие пальцы. Вот эту. Катализатор. Ну, можно так-то ставить катализатор. Вот это можно изменить на огонь. Вот это дробящее. Так как это человек, мне кажется, будет даже лучше вот, использовать что-то дробящее, колющее, режущее. Дробящий урон ближайшим врагам. Ну, вот так вот, наверное, сделать. Что-то на массу просто ставлю тут. Вот так вот. Я не понял, как, кстати, фласки у нас получаются. То есть, ну, то у меня 4 фласки было, потом 5. Я какую-то определенную деталь этот нахожу, что ли, чтобы увеличить количество фласок или чего. От чего это вообще зависит? Почему у меня фласок так всего 5? Dark Souls их бывало и по штук 15-20. Ой, там я не пройду. Ой, какие 15-20? Ну, 10, может быть, 15 ты точно найдешь. Ёпта мать, ты еще ж, сука, живой. Погнали, блядь. Сейчас мы, сука, их придушим. Да? Это ближний, это дальний. Big brother always looked out for me. I'm gonna smash you to pieces. Ой! Ебать, ты меня подкинула! Блять, да почему? От сука. Ладно, время зрелищ. Нет, время уже где-то вот тут. На! На еще! Ой. Ой. Электрошок. Ты что, блядь? Ты куда улетел, алё? Ад, блядь. Да хорош, ёб твою мать! Блядь, можно мне ещё, сука, третьего союзника? Ну чтоб... Силы прям равны были. Это не равны силы. Идеальный блок, но я не знаю, типа.
Давай, ладно, примем. Так. Электрошок возникает, когда нападавший электричеством персонаж и монстр получает повышенный физический урон, и урон от электричества. Ваш персонаж будет получать постоянный урон по ячейкам легендар. Монстр получает повышенный урон. Что нынче выше у вас противник электричества, медленно заполняется шкала электрошока для снятия отрицательных эффектов. Используйте очищение. Спасибо! Спасибо! Главное, своевременно. А могу я в воду просто прыгнуть и... Все, давай я сразу же перемотаю до того момента, чтобы не смотреть это, потому что бежать очень долго. Вот. Как-то так. Вот был бы там Старгейзер, было бы офигенно. Я забыл про щит, кстати. Вот что я забыл. Погнали. Так, быстренько. Можно так-то за мусором прятаться. Ой, фига я урон наношу. Так, одна минус. Этот что-то не принимает участие. А, ты этот, типа дальний бой? Алло, хорош душить, ёб твою мать! Души его. Хорошо. О, ебать, ты кто? А у меня просто зажал, блядь. Ебать, вышел демон. Из гнезда. Раздал всем пизделей. Я не успел прочитать просто, потому что я был занят очень сильно. Если ты чуть-чуть не заметил этого. Ой, блядь. Вот логика писать диалоги на этот во время разгара битвы. Вот прям вот серьезно. Вот как человек должен прочитать в Souls играх диалоги, когда у тебя идет прямо разгар боя, так сказать. Как это сделать? Ладно. Ну, либо просто умирать. А если ты уже раз 20 сдох на этом боссе? Ну, ладно, в принципе. Можно будет почитать потом, когда, допустим, этот... Просто на видео. Ладно, погнали еще раз. Ну, мы неплохо так-то их нормально помяли. Нормально. Сразу же минус один. А, так это ты бьешь такой волной? Я думал, это враг. Не добивай ее! Не добивай! Как только мы его добьем, выйдет этот здоровяк. А нам не надо этого. Блять, ну все, пиздец. Сейчас выйдет. Да, отъебись. Браво! Those alchemists!
Вышел нахуй. Призрак, отвлекай его. Я боюсь, сейчас умру. Хорошо, бей. А, понял, не бей. Блять, он нас двоих уработал просто. Сучара. Ладно. Я чуть-чуть поменял амулет на сокращение физического урона, я не понял. А, это может имеется в виду, когда по мне бьют? А нормально я его бахаю. Выносливостью. Правда, чуть-чуть не хватает. Блять, еще этот мешается. Ну ёб твою мать. Ой, вовремя я сделал парирование. Ой, этот бэкстеп. Я на себя копейщика могу взять. Дерись на кислоте. Кислота тут. Пиздец. Хорошо. Копье! Ой, там босс вышел. Я его на себя возьму. Мы на себя беру. Ебать, тут такую хуйню на себя не взять. Ёб твою мать, блядь, да он меня сейчас распотрошит. Ты долго еще? А, призрак! Где призрак? Ебать, берсер. Я раз на атаке даже. Ну пиздец, все, душит. Ну пиздец, задушил, так задушил. Ну, кстати, я неплохо так сражался против него. Я так думаю. Ладно, давай последний разок, потому что время уже под час подходит. А на этот раз постараемся более усердно сыграть. Не понял, что это за медальон такой. Амулет. Повышает урон от оружия. Хорошо. Так-то мы можем с ним на парированиях сыграть. Да? Да. Но это же человек, правильно? Значит, урон по нему будет больше. Так, ладно. Погнали. Еще разок. Ой, блядь, не на ту нажал. Ладно.
Копейщика главное убить. Потому что он очень сейчас много проблем приносит. Заяц и копейщик. Ой, блядь, а где мой ХП? А, понял. А кто, блядь, бьет-то? Так, хорошо. Пока он меня не видит, это мне на руку. А у тебя огненная, так и охуеть. Да стой, ёпта мать. Я её зажал. Пиздец. Два, три. А что у меня есть еще? Как я промазал? Ладно, давай на следующий раз перенесем это все. А на сегодня пока что все. Всем спасибо за просмотр. Ссылка на плейлист и на мой второй канал будет в описании под этим видео. Не забывай подписываться на него, ставить лайк, комментировать. И увидимся уже в следующем ролике. Надеюсь, мы с вами справимся с этим братом. Конечно, справимся. Куда мы денемся? Вот. Всем пока.